детки, сейчас классно, все вы появились. Сядьте, ручку в руки возьмите. Не пропускаем, пишем число домашней работы. Значит, как записать надо решение? Пишем первое действие. 18. Следующее предложение. Ли рядом согласны или нет? Мы такие слова произносим. Когда мы произносим такие слова, правило нам пригодится на всю жизнь. Х минус 41 равно 26. Задача на разностное сравнение. Значит, что мы должны сделать? Кто? Пассажиры. Смотрите, проверяй, как ты написала эти слова. Что такое слова с двойными согласными? Это те слова, подчеркнем главные члены предложения, подлежащие. Хорошо, три клеточки в сторону. Ярдама чека сайсу и джинает и дыждюбь. Чтобы узнать неизвестное уменьшаемое, надо к разности прибавить вычитаемое. Ударение – это выделение голосом одного из слогов. Парных согласных на конце слова нужно изменить его так, чтобы после согласных стоял гласный. Одну букву оставляют на строке, а другую переносся. Кто кого ударит первый? Ой, меня нет, у меня. Она поняла? Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к разности прибавить вычитаемое. Раз. Считай. Два. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Воспитанными быть. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Книжки-то.